За 200 дней 8 тысяч километров, причем бегом. Российский бегун-путешественник Александр Каппер бросил вызов самому себе, организовав марафон «Москва-Пекин навстречу будущему». За время своего марафона бегун пробежит по территории 4 государств – Россия, Казахстан, Монголия и Китай. Позади у Александра уже Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Уфа, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск. А сегодня бегун-путешественник прибыл в Улан-Удэ. Сегодня 157-й день забега. Я бегу из Москвы в Пекин. Стартовал я 4 марта. И вот, собственно, за 156 дней я добежал до Улан-Удэ. Это не первый мой забег вообще по стране. Я бегаю по стране в таком режиме уже более 3 лет. И я бежал в общей сложности 52 региона России. По словам Александра, каждый день он пробегает 40-50 километров. С момента старта он пробежал уже больше половины дистанции – 5 с лишним тысяч километров. Завершится марафон 19 сентября в Пекине.